Да. К сожалению, все стандартные доказательства того, что я женщина, я отказываюсь предъявлять. Не, ну вообще-то... Не будет от меня вебки. Вчера провер, между прочим, доказал, что Шира на самом деле мужик. Как он это доказал? Как он сказал, что ты обращаешься к себе на «ты». Как-то так там было. Я обращаюсь к себе на «ты»? Да. Ты явный мужик. Когда это я обращалась к себе на «ты»? Ну вот он, видимо, запомнил такой момент в своей жизни, когда он это увидел. Я сегодня на стриме не обращалась к себе на «ты». Надо будет попробовать, может, это интересно. Разговаривать самим собой, да, это возможно. Я тебя опять сдам. Черт, нет, за что? Не надо. Почему именно это? Это лучшая фотография. Отлично, это там. Не лучшая моя фотография, просто на ней есть тема ББ. Какая да. Фотография, какая фотография? Знаешь, и фотография вряд ли докажет ему, что это я. Что? Где фотография? Ну, конечно. В обычном чатике. В обычном чатике фотография? Да. Давайте смотреть на фоточку. Можем еще на стрим поставить. Зачем? Зачем ты будешь показывать мой кавардак на стриме? Я сомневаюсь, что это всем очень интересно. Ну, нет, всем же интересно. Ты знаешь, как отлично. Зачем? Теперь все знают, что Шира — это женщина. Как? Докажи, что это я вообще, вот. Джина, где грудь? Ну, да, это аргумент. Джина груди, да, это все. Нечем крыть, да? Да? Действительно. Черт, почему там джин? Можно было просто делать блазблю, никто бы не догадался. А если бы там был Багагна, можно было бы сказать, что это поэдок. Скажи, Шира, это ты у меня, да, взяла этот пример футболки с блазблю? Я бы это не сказала, что вот прям увидела у тебя и решила сделать. Это было спонтанное решение. Просто когда мы с братом ходили на фестиваль всякой фантастики, там были люди, которые были готовы делать сразу футболки и кружки. И вот мой брат задался идеей сделать себе что-то с ГГ, я сделала себе что-то с ББ. А теперь, то есть у нас еще и Минлекс на стриме, да? Да. Отлично. А Минлекса можно узнать, потому что там Нью. По-моему, это причем СКТ Нью. Вот, тебя Салин спросил, чем ты докажешь. Он не верит в то, что джин — это доказательство. В смысле? А зачем ей что-то доказывать Салу? Да, можно вообще ничего не доказывать. Либо там, смотри, либо там джин и блазблю, либо там, не знаю. Не знаю, у меня есть еще, конечно, кружка с джином и цубаки. Вот, видишь? Это очевидно, она играет за джина и цубаки. У нее есть кружка с джином и цубаки. Слишком логично, да. Если бы это был бы ксенахтин, там была бы кружка с джином и бэнгом. Я вот не хочу представить, что могло быть на этой кружке. Большой гвоздь. Как ты ассоциируешь большой гвоздь и джина? Я ассоциирую большой гвоздь и бэнга, а дальше бэнг прикладывает гвоздь кому хочет. Отлично! Ну заметь, у него супер такой, если набираешь 4 печати, ты можешь вставить гвоздь кому угодно. А в ОД он его дважды вставляет. Ну из Альца мы что-то пока не вижу в онлайне даже. Ну он обновлен. Я думаю, достаточно доказательством было бы, если бы у меня была какая-нибудь подушка. Куда ты крутишь? Он в онлайне. Точно? Я видел у тебя в списке сейчас. Онлайн. Блазблю. Я в очках, я слепой. То есть ты в очках, ты слепой. Вот, окей, аргумент, зачем очки одел? О, слышь, тихо. Дай к нему ему инвайт. Он что-то в самом конце, по-моему, был. Нашли уже. Я просто сейчас смотрю на стрим, вдруг он еще чьи-то фотографии начнет показывать. Типа фотографии в шине. Точно, я могу АТ спалить, фотографию АТ. Давай ты не будешь показывать мои фотографии многолетней давности. Я могу съезжать. А что ты как левый какой-то? Меня уже показали. Народ должен знать своих героев, все дела. Я не герой. Имитаторов. Зачем мне показывать? Надо тебя только найти, где ж ты меня. Еще один игрок хочет попасть в сетку. Какой? Есть место для Фидоса. Ок. Для какого Фидоса? Фидос, ну прям уже совсем... Кто это вообще, да, сейчас скажи. Совсем поздно.
Вроде бы больше никто не хочет уходить. Шини, ну вот что за фигня, короче, блин, зачем так поздно-то? То есть турнир уже идет час, как бы, и тут внезапно люди вспоминают, что можно поучаствовать. Заль сама зашел, можешь выключать монитор. Отлично, можно начинать. Так, у нас можно начинать бой. Простой с картиночками закончился. Две каканои, серьезно? О боже. Тем временем на стрим пойдет фотка АТ. Потому что две каканои это слишком хардкорно, да? Розовые кошечки. Хитрый улыбкой. Кого ты? Удали это немедленно. Нет, не за что.